7.00, всем доброе утро. Сегодня на завтрак у меня два кусочка хлеба, паштет. У меня из куриной печени с грибами. Пополам я смешиваю на маслечке сливочном обжаренном, потом блендер сбивается, очень легко делать. Морковочку по-корейски, ну не по-корейски, по-одесски, так как я делаю, накидал. И веточки бурьяна укропчика. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного всем аппетита, хорошего дня. 9.30, мой перекус. Сегодня у меня пирог, шарлотка яблочная от моей девушки. Очень вкусный, красивый получился. Пышный, с яблочками, с корицей. Вот так немножко присыпали сахарной пудрой для красоты. Я не скажу, что он ппшный, но небольшой кусочек нам не повредит, потому что в нем получается яйца, мука, сахар. Вот и все ингредиенты. И яблоки. Ну, можно сказать, что он довольно-таки углеводный. Но если маленький кусочек, то ничего страшного. Чашечка черного кофе натурального с ложечкой сахара. Приятного всем аппетита. 14.00. На обед у меня сегодня такой кусочек бедра из духовочки в специях запеченный был, очень вкусный. Буквально две ложечки булгура отварного, морковка по-одесски моего приготовления и буряк с хреном тоже моего приготовления. Очень салатики вкусные, именно полезные, ребятки, рекомендую всем. На моем втором канале есть рецепты приготовления. 18.00, на ужин у меня сегодня отварной булгур, а сверху такая подлива с куриным филе, фаршем, морковка, луком, все это тушеное, немного томата, и потом сделано в виде подливы. Это очень вкусно, прикольно, и можно на ужин кушать. Свекла отварная с хреном и с тыквенными семечками, и пару помидорчиков соленых. Приятного всем аппетита. 21.00, мой вечерний перекус. Сегодня у меня одно яблочко и чашечка кефира моего домашнего 2.5% жирности. Приятного всем аппетита, спокойной ночи, удачного похудения. Нас на ютубе под хэштегом Жирукопять. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе, мы сможем это сделать.